Как с помощью Google Maps найти не только место, где можно вкусно позавтракать или развлечься, но и найти работу? Многие из нас являются пользователями сети, и именно мы оставляем честный отзыв о каждом месте посещения. Не поверишь, мы нашли место в Польше, которое собрало более 160 тысяч положительных отзывов, а оценка в Google Maps 4,8. И это не какой-то раскрученный ночной клуб. Это семейный парк развлечений Energylandia, который находится недалеко от Кракова. Я уверена, ты точно о нем слышал. Niech marzenia przeniosą was do Energylandii, магичного парка rozrywki. Многие итальянские, греческие, португальские парки остались далеко позади. И это неудивительно, ведь Energylandia каждый год принимает более 10 тысяч посетителей, которые возвращаются туда снова и снова. А в этом году стать не только посетителем, но и полноценным сотрудником данного парка можешь именно ты. У тебя есть коммуникативный польский? Тогда тебе точно к нам. Именно сейчас открыт набор на вакансии повар, помощник повара, либо же кассир. У тебя будет отличная возможность начать карьеру в фуд-индустрии, работая при этом в молодом и дружном коллективе. Ты научишься готовить блюда польской и европейской кухни, а также все их попробуешь. У тебя будет отличная возможность проживать в комфортабельном хостеле, иметь заработок от 6 тысяч злотых и подтянуть свой уровень польского. Представь, ты будешь не только работать, но и отдыхать в парке развлечений, а это 70 гектаров, более 123 аттракционов. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Звони прямо сейчас и уже завтра стань частью команды парка развлечений Energylandia. Осталось совсем немножечко места.